Я приветствую подписчиков и зрителей канала. Меня зовут Семен. Я играю в The Last of Us. Лезем В на прошлой верх. серии Ага. завалили большого ублюдка. Давай. Теперь нужно отсюда выбираться, с этой школы. Лезем, лезем. Ой! Твою... Может, запрыгнешь? Охренеть! Я понял, вижу! Так, 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 так. Ладно, две биты из нахранил. Сними все, залезай! Быстро! А сразу нельзя было меня так Потяни. Поднять? Я вам честно скажу, меня Билл бесит. Во-первых, он носится как слон постоянно перед носом. Единственное, что он полезная персона в качестве того, что он стреляет по зараженным. То есть этим сюда. Он помогает. Подожди, куда сюда? Мне надо все обыскать. У меня, блин, по предметам беда. Вы откуда взялись? Нас здесь перебьют. Да ладно. Еще одна лестница. Беги, беги, я за тобой. Давай, давай, давай. Успел? Хорошо. Внутрь, живо! Стемнело. Да уж, лучше некуда. Так, ладно, я пойду осмотрю дом. Билл? Ничего не выйдет, все барахло украли. Да? И какой у нас план Б? Радуйся, что ты вообще еще дышишь! Это и есть план А, Б, В и даже Г. И вот что, пусть Тесс берет Про свою Тесс девку вообще молчи. И вместе с Заткнись, ней понял? Нахер. Боже. Это что, твой знакомый? Фрэнк. Что за Фрэнк? Мой партнер. Только этот дурак мог носить такую рубашку. У него укусы. Вот. И... Он явно не хотел превратиться, но и... Ага, не хотел. Да к черту. Полюбуйся. Даже бензин есть. Мой аккумулятор. Вот ублюдок. Вылезай. Вылезай. Ладно, садись. Аккумулятор сел. Но элементы живы. То есть? То есть подтолкнем, заведем, и тогда аккумулятор зарядится. Ты уверен? Ну ты же хотел план Б. Вот он, пожалуйста. Что делаем? Ты рулишь, мы толкаем. Слушай, это тоже мое барахло. А здесь ничего для меня нету. О, патрончики. Ты что, решил меня обокрасть и смыться? Так что ли, Фрэнк? Можешь обыскать дом. Найдешь дофига полезного. Это мысль. Спасибо, что подсказали, а то я мог бы сразу начать толкать. Я крикну. Так, ну давайте начнем потихонечку осматриваться. Мне бы сделать коктейльчиков молотого, аптечек, все нужно будет. Эти последние мгновения меня изрядно потрепали в плане наличия ресурсов.
Так, что, записка Фрэнка? Что ж, Билл, сомневаюсь, что ты вообще найдешь эту записку. До сих пор ты боялся даже заглянуть сюда. Но если ты все-таки это сделал, знай, ты меня достал. У меня уже в печенках сидит это долбанное городишко и твое самодурство. Я хотел от жизни гораздо большего, чем ты можешь дать. Да, та чертова батарея, которую ты ныл, она у меня. Впрочем, в одном ты прав. Попытавшись уйти, я погибну. Но это лучше, чем оставаться здесь еще хоть на день. Удачи, Фрэнк. Ну, тебе удача. Уже не понадобится, это точно. Так, ну сначала все соберем, потом уже будем крафтить. И люльки. Я, кстати, улучшил какой-то из показателей между сериями, уже забыл какой. Так, что, второго этажа нет? Есть. Только нам на него не попасть. Давайте посмотрим, что я могу сделать. Так, биту. Коктейль могу? Коктейль не могу. Могу сделать еще одну бомбу. Давайте ее и сделаем. Раз молотовых нету. Я их зря потратил там перед самой битвой со здоровяком. Они бы очень мне понадобились. Помогли. Готовы? Ты справишься? Да легко. А ты молодец. Имей в виду. Я не подведу. Ладно. Хорошо, давайте с толкача. Бил, навалились. Часто приходилось такое делать. В жизни. Пусть она сядет. Я уже сижу. Просто... Поставь ногу на сцепление. Мне кажется, она все-таки зафейлится. Я знаю, резко отпустить. Откуда ты знаешь? А, плевать. Главное, сделай как надо. Элли, готовься. Мне кажется, она зафейлится. Успеем в кузов запрыгнуть, нет? Мне кажется, сейчас побежит толпа. Там слева щелкун. Теперь с другой стороны, слева! Дерьмо. Да что ж ты такая жопа-то? Куда уж быстрее-то? Если доберемся до склона, просто с горки пустим их. Бита слева. А у меня есть бита, по-моему. Не уверен, надо посмотреть. Справа. Щелкуна есть? Там он что-то лежит. Понимаешь, Джоэл? Скоро ты от нас избавишься. И справа тоже. Блин. И слева тоже что-то лежит. У меня нет биты. Да уйди ты от меня. Валим.
Щелкун. Едем к холму. Сейчас, подожди, я сначала подберу. Так, могу ли что-то создать, нет? Ладно. Тогда полечимся. Мало ли какая ситуация будет дальше, потому что чем дальше в лес, тем, как говорится, больше дров. Тем более впереди справа вижу. Может уже покатимся, а? Элли, готовься! Все, Элли, заводи! Валим, 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 валим. Слышишь, звук? Можно залезть, нет? Успели. Фу. Пока неудачники. Ой, сколько, блин, точно не вывезли бы. Все, хорош! Стоп! Элли, не глуши мотор. Из-за нее мы чуть не погибли. Но заметь, она знает, чего хочет. Ты не жилец, брат. О, да. Вот. Что это? Пригодится, чтобы сливать топливо из бензобаков. Спасибо. Билл, по поводу твоего друга. Это тяжело. Я... Мы в расчете? В расчете. Тогда вали из моего города. Дождь начинается. Ты чего это не спишь? Ну ладно. Знаю, трудно поверить, но это неплохое чтиво. Одна проблема. Вот она. Продолжение следует. На самом интересном. Где ты это взяла? Ну, там, убила. Чего, думаю, без дела валяется? Что еще валялось? Ну... Вот. Ностальгия не замучает? Знаешь, эта штука намного старше меня. Надо же, уцелела. Ох, блин. Лучше, чем ничего. О! А вот этого твой Билли к ночи точно хватится. Угу. Почитать нечего, но фотки занимательные. А, Элли, это не для детей. Ого! Как он вообще ходит с такой штукой между ног? Выбрось это сейчас. Нет, подожди, мне интересно, вокруг чего столько шуму? Ой, страницы слиплись. А... Да я над тобой стебусь. Ну все, лети! Питтсбург. А знаешь... Мне даже нравится. Может, ты все-таки поспишь, а? Я не устала. Нет, только не это. Просто отлично. Что теперь? Ладно. Как реальное видео, да? С города.
прошу! Охренеть! Помогите! Не надо им верить. Элли, пристегни ремень. А этот человек? Придуривается. Офигеть. Будем отстреливаться? Я в порядке, в порядке. Так вылезай, скорей. Иди сюда. Отцепись, недоносок. Жму. Бородатый хрен, я тебе не дамся. Вот. За что боролся, на то и напоролся. Я тебе покажу. Я что, без оружия? Посчитай кирпичи зубами, тварь. Вот ублюдок. Давай. Да что с ними такое? Отдышись. Мы уходим. Ладно. Берегись! Лежи! Ладно. Так. Оставим дробаш на ближний бой. Да умри ты уже! Ты что такой живучий-то? Наконец-то. Так, здесь можно винтовку взять. Блин, тормоз. Ох ты, падла! Кто? Да не вижу я никого, блин. Понеслась, говорит. Она ее оглушила. Она его оглушила. Тихо. Тихо. Нахер мне эта винтовка. Быстрее. Ты потом об этом пожалеешь. Зацепил. Боже, Джоэл! Боже, что? Над автобусом! Вижу. Он не обойдет нас, нет? Обойдет. Ладно. Мне нужна аптечка. Завязывай! Быстрее. Блин, враги не глупые. Я вам скажу. Зараза! Но живучие. Откуда? Капец, это что за... Сколько их тут? Так, это последний. Ты как там? Ага, вроде нормально. Вот и хорошо, валим. Так, давайте лечиться. Осмотрись, вдруг здесь есть что-то ценное. Слушаюсь. А и врагов, я вам скажу, более чем, ну, не впечатляет, но радует, потому что, вы видите, один стреляет, другой пытается обойти с фланга, то есть нужно держать их оба, обоих, в поле зрения, и все это довольно занятно. Я вам не скажу, что это было легко. Так, хоть доску взять. Для ближнего боя эту руками машу. Как дурачок. Так, что здесь еще можно взять?
Так-то вроде все пособирали. Взял кирпич вместо бутылки. Как говорится, поменял шило на мыло. Так, давайте посмотрим, что я могу создать. Мне нужна аптечка, это раз. Молотого мне уже не хватит, и этой бомбы мне тоже не хватит. Лады. Зато у меня бита. С ножницами. То есть одного зацеплю сразу. Это, конечно, получится. Пока ничего, только мусор. И кирпичи. Да, так. Уж обратно мы не пойдем. Так, ну давайте сюда залезем. Почему бутылку не могу взять? А? С определенного ракурса. Я сейчас рад любой изоленте, потому что мне нужно маленько свой инвентарь встряхнуть. Так, ну все, а дальше-то куда? Угу. Давайте еще раз посмотрим, что я могу сделать. Могу молотого, да? Ну хорошо. Как говорится, всего помаленьку. Так, а по пилюлькам у нас что? Ничего. Поищи что-нибудь, что можно подпереть. О, здесь столько всего интересного. Элли! Да. Ну, давай! Так, держу, держу, держу. Уже бы отпустил. Я так понимаю, эта часть геймплея Смотри. Будет посвящена борьбе с людьми. Инструменты второго уровня? Нет? Что это? Пороховой заряд? Дымовая бомба. Горячий сахар создает дымовую завесу, надежду, укрывающую вас от вражеских глаз. При срабатывании происходит взрыв, оглушающий врагов. Ладно, пригодится. Где она у нас? Ниже, да? Так, все по максимуму у нас всего. Сейчас подожди, мой друг Илья. Немножко осмотрюсь. Что тут еще можно взять? И потом будем с тобой вести светские беседы. Ничего. Нет, лежит бочка, почему не берется? Отлично. Ну давай, что ты хотел мне рассказать. На их месте могли быть мы. Надо же, сколько людей здесь погибло. Надо было разворачивать машину и валить. Мы выжили. С трудом. Уходим отсюда. Да, одежда здесь человек на 150, наверное. То есть они таким макаром устраивали засады и... Таких, как мы, бродяг. Ты о чем? Насчет засады. Я был по обе стороны баррикад. Ой. Значит, ты убивал невинных людей? Ну, значит, да. Понимай, как хочешь. Так, нам дают такое время, чтобы запастись... Похоже, здесь эти козлы спят. Припасами. То есть спали. Так, вот здесь что-то есть интересное. Записка или нет? Нет. Они обычно появляются. Сообщением, что можно прочесть.
А это что? Да, аптечки улучшены. Справочник по медицине. Ну, понятно. Мы его почитали и научились делать аптечки эффективнее. Ладно, пошли. Еще стрелы. Я, кстати, мало ими пользуюсь. Ну, потому что как-то особо не круги они в таких динамичных событиях. Так, еще одна бомба, а еще могу сделать дымовую. Лезвие сделал на биту. Сюда уже не хватит, да? А такую могу. Она тратит совсем другие ресурсы. Так, давайте посмотрим, что у нас в станке можно улучшить. Мы вроде немного находили. Так, что за звук? Такой пугающий. Так, дробовик. Скорость перезарядки, скорострельность. Еще 45. Отдачу меньше сделаем. Так, хорошо. Отлично. Так, а дальше-то нам куда? Карта, нет? Карта засад. В принципе, может пригодиться. Видимо, мы все равно в любом случае, даже имея карту, в одну из таких засад попадем. Фонарик сел. Так, а куда нам двигаться-то? В принципе. А, вижу. Тут жгут трупы, это обычное зрелище. Они не зараженные. Для здешних мест. Неважно, пошли отсюда. Вот мост. По нему мы выберемся отсюда. Элли, не спеши. Подожди меня. Ну чего тебе? Я здесь. Давай я пойду первым. И не шуми. Ладно. Так, знать бы, что нас ждет здесь. Такое ощущение, что много стрельбы. Давайте на этом эту серию закончим. Следующий будем продвигаться по городу к тому мосту, который мы могли видеть буквально несколько секунд назад. В этой серии мы поняли одну простую истину, известную нам уже всем давно. Надо бояться людей, а не чудовищ, да? Они намного коварнее, изощреннее, чем зараженные. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Энни Бодиплей. До новых встреч. Все, пока. Пока.